Всем привет! Мы на канале Влада и Пэм. И сегодня мы в нашем любимом заведении, и надеюсь, и в вашем, который называется Макдональдс. А почему в этом здесь находимся? Потому что у нас сегодня будет закажи бургер с 10 котлетами. 10 котлет! Вы представляете этот мегабургер? Я, если честно, не представляю, но уже хочу посмотреть, что это будет. Но надеюсь, прежде, нам его сделаем. Но прежде чем мы начнем, Влада, что ты хотела сказать нашим подписчикам? Подпишись на наш канал и поставь лайк этому видео. А мы с Владой будем начинать. Поехали! Итак, ребята, мы уже сделали свой заказ. Смотрите, сколько у нас бургеров получилось. Сколько штук мы купили? 6 по 3, там 3 котлеты и один большой. Мы хотели попросить Сигмак, чтобы нам сделал 10 котлет, но они забоялись и отказались. И да, нам очень хорошая девушка-консультант попалась и сказала, что уши выгоднее так. Мы тут взяли просто конвертицы без яиц, без огурцов и без цибулей, чтобы нам было легче складывать. В общем, мы сейчас будем это складывать и есть. Все это будет происходить на ваших глазах, поэтому не переключайся, а подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить подобные и бесподобные ролики. А еще мы увидели вот эту худолоньку. Просто мы помогаем строить семейные комнаты в детских больницах. Смотрите, какой он большой. Я первый раз такой вижу, если честно. Знаете, прям как в фильмах показывают. Когда-то кушала такой огромный бургер, посмотрите. У меня шок, я реально не смогу его откусить. А кто бы не то, что съесть. Я предлагаю немного рассказать вообще об этом бутерброде. Значит, здесь 10 котлет и 10 сыров, правильно, Влада? Да, 10 и одна булочка сверху, одна снизу. Но здесь нет ничего. Да, ни огурцов, ни цибульки, там ни разных соусов. В общем, ничего дополнительного, что есть в дабл-чизбургере или в чизбургере. Мы сами его сделали. Мы сами. Вот этими вот ручками. А, Влада пытается. Не получилось только половина. Ну-ка, сейчас я попробую. Минус 7 котлет. И котлеты я откусить не смогла. А я только половину смогла откусить. И, если честно, это очень сырно, сытно. И вкусно. И вкусно. Это прям очень. Посмотрите на этот сырок какой. Возьмите тоже так делки. Хотя это затратно получается. У нас вышло на 492 гривны. Это без всяких соусов, да, огурцы и колу. Потому что без колы. А, и долоньку. Есть этот чизбургер невероятно вкусный. Mm-hmm. Если честно, я укусила его 2 раза, и я уже наелась. Mm-hmm. Ну что ты скажешь, ты бы заказывала вообще когда-нибудь такой чизбургер? Ну, если честно, мне кажется, по приколу стоп-дап я бы заказала. 10 котлет, ребят. Я такого никогда не видела, и мне кажется, вы такого никогда не увидели. Ни о чем, если бы не наш канал. Я видела. Там на фотках разных Инстаграме, там какие-то миллионные паблики, как кто-то делает. Да. Но мы, к сожалению, пока что не миллионный паблик, но мы очень верим, что с вашей помощью мы станем таким. Я предлагаю на этом заканчивать наше видео. Спасибо, что были с нами. Подписывайся на наш канал, ставь этому видео лайк. И всем пока-пока. Спасибо, что были с нами. Пока. Яна предлагает этот бутер доесть. Видите, как она сегодня не сидит на ПП. И ест, и ест. Она будет скоро, как этот бургер. Такая видос деньга. Но я не знаю, я не хочу кушать. А я ем. Ну ладно, я тоже понадкусываю немного. Если честно, мне очень нравится. И соуса тут и даже не надо. Угу. Я переживала, что этот бургер будет очень сухим. На самом деле он такой сочный получился, большой. Угу. Мне кажется, мы его не съедим. А я уже наелась.